Так, а начнете ему эту форму? Что-что? Ну, это форма организации общества. Форма чего? Организации. Форма организации? Ну, таких форм очень много же, да? И капитализм, форма организации общества, и феодализм, форма организации общества, рабовладение, форма организации общества. А что такое коммунизм? И он связан с производительными силами, это правильно то, что вы сказали. Но все способы производства, все формации тоже связаны с производительными силами. То есть мы, когда мы что-то определяем, а что-то, как вы понимаете, определение? Определение – это положить пределы, определить. То есть что вот за этими пределами – это уже, так сказать, другое. То есть как выделить то, что нас интересует, вот, что в данном случае коммунизм. Иначе вот все эти разговоры, там, рассуждения про коммунизм, споры, они довольно носят ну, такой схоластический характер, поскольку нет точности в самом определении. Потом все определения, как правило, они длинными не бывают, достаточно краткими, потому что их-то задача как раз выделить. И это во-первых. Во-вторых, наверное, задача определения выделить главное. Верно? Вот надо сказать, что это непростая задача. Вот люди, которые ее решают, без философского обоснования, они даже не понимают, что вот всей, так сказать, этой глубины, этой проблемы. Вот у Гегеля есть понятие определения, учение о бытии. Сначала он рассматривает изменяющееся нечто. В изменяющемся нечто имеется моменты равенства с собой, момент неравенства с собой. Вот равенство с собой называется в себе бытие, неравенство с собой, бытие длинного. Вот. И поскольку они неразрывны, равенство с собой и неравенство с собой, вот вы равны самой себе и не равны одновременно, правильно? Если вы только равны самой себе, то наши все занятия, как вы понимаете, бесполезны, сколько мы вот уже не занимаемся, а вы все равны самой себе. Вот. А если сказать, что вы только не равны, то значит уже нет той, которая пришла. И остается потребовать сдать документы и отдать чужие документы. То есть вот здесь это противоречие выражается так, что и равенство с собой, и неравенство с собой. А раз они неразрывно связаны, это равенство с собой и неравенство с собой, то в себе бытие, которое равенство, вот слова употребляются Гегелем, ну, казалось, такие очень абстрактные, в себе бытие. Но если вы просто обратитесь к русскому языку, к обычному, то вы обнаружите, что, например, вы сейчас, если я спрашиваю, вы сейчас в себе или не в себе? Это что означает? В себе – это то есть равны самому себе, в обычном состоянии. Или я, мне не по себе. Это что значит? Или я вот сейчас начну на вас кричать и говорить, почему вы не можете дать определение коммунизма? Это что значит? Я вышел из себя. Или вот вы придете в деканат там за какой-нибудь бумагой, вам говорят, сейчас я приду в себя и вам отвечу. А где ты была? То есть сначала кажется, что употребляемые Гегелем категории очень сложны и непонятны. С другой стороны, у него же задача, которая перед ним стоит, не выдумывать какие-то отдельные, другие, новые слова, что очень часто бывает в философских произведениях и текстах, выдумывается что-нибудь, а как раз постигнуть, какой смысл имеют вот те понятия, которые употребляются. Почему? Потому что в языке, как в человеческом языке, закрепляется то, что многократно, миллиарды раз повторялось людьми. Поэтому это очень высокий уровень обобщения. Вот какое-нибудь слово, если вы взяли, там, стол, это любой стол, и квадратный, и круглый, и ромбовидный, и овальный, и стол малахитовый, и стол деревянный, и стол на огненной земле, и стол в Соединенных Штатах Америки, и маленький столик, и так далее. Все это стол, это очень высокое обобщение. Так и, собственно говоря, все другие категории. Так вот, когда вот это Гегель рассматривает, подходя к понятию определения, он потом говорит, что определение – это... Прежде чем сказать, что такое определение, что то, что мы сказали про нечто, полностью относится к его определенности.
то есть к тому, то, что вы сказали про бытие, относится к определенности. И у Гегеля впервые по сравнению со Спинозой, и вот Спиноза говорит «determinatio est negatio», то есть определение есть отрицание. А Гегель говорит, что это лишь определенность. Определенность – это вот то отличие просто от другого. Например, у людей есть мочки на ушах, у них у других животных этого нет. Единственное животное, у которого есть мочки на ушах, человек – это определенность человека. Это не его определение. А определение, вот он дает потом такую формулировку. Сейчас я вам ее скажу, она с первого раза покажется очень непонятной. Качество, которое есть в себе, простом нечто, и сущность находится в единстве с другим моментом этого нечто, с в нем бытием. В чем смысл? Во-первых, это качество какое-то. Надо взять качество одно. Не мешок, говорят, определение, там признаков наберут полный мешок, это, и вот это. И потом начинают вытаскивать каждый свое. И поэтому и дискуссия получается бессмысленной, потому что вы вытащили одно, я другое, как говорится, как в соответствующих автоматах, на удачу. То есть качество. А качество неотделимо от бытия, раз. Которое есть в себе. В себе, то есть которое сохраняется в изменениях. В себе это равенство с собой. Вот нечто изменяется, а это остается. То, что вот у вас мимолетно, прилетела мысль и улетела. Пришло что-то в голову, и, так сказать, вы это отвергли. Или вы сегодня надели там светлую кофточку, завтра темную кофточку. И это никак не относится к вашему определению. Правильно? Почему? Потому что тут нет никакого равенства с собой. Вот то, что равно, такое качество, которое сохраняется в изменениях. Если оно не сохраняется, какое же это определение? Вы хотите выяснить, это или не это, а уже нет этого качества. Поэтому качество – это такое прочно пребывающее в этом самом, во всех изменениях. А не улетучивающееся при каком-то изменении обстоятельств – это уже нет. Если человек хороший, но в случае чего он станет негодяем. Тогда это не его определение. Тогда то, что он хороший и добрый, принадлежит какой-то его поверхности, но не принадлежит к его глубине, к его определению. Это первое. Значит, качество, которое есть в себе, то есть качество, которое сохраняется в изменениях. И находится в единстве с другим моментом этого нечто, в нем бытие. Да, заходите, пожалуйста. А в нем бытие, это такое в себе бытие, которое в единстве находится с бытием для иного. То есть такое, которое выходит вовне. То есть если у вас есть такое качество, вы доброе и хорошее, только это ни в чем не проявляется, ни по отношению ни к одному человеку, то это ставится под сомнение вопрос о том, действительно ли вы доброе и хорошее. То есть вопрос об определении – это вопрос не только о том, чтобы качество сохранялось, но и проявляло себя вовне. Вот когда речь идет о таком качестве, которое сохраняется и проявляет себя вовне, вот это определение. Ну и из того, что я вам рассказал, я думаю, вы можете сделать вывод, что основная масса публики, в том числе философской, не знает, что такое определение вообще. Не знает и не задумывается на эту тему, а просто, так сказать, что-то бухает, берет, повторяет и так далее. Поэтому, когда мы, у нас ведь с вами анализ классических текстов, мы не просто читаем. Потом, я думаю, вы уже почитали, познакомились по структуре этого произведения. Вот в самой первой части там есть глубинные определения, глубинные понятия. Здравствуйте. А затем идет, так сказать, такой спор, где выявляются там какие-то грубые ошибки, нелогичности, нестрогости. Или все сводится к тому, что то, что вот эти граждане, которых критикуют Маркс и Энгельс, это люди, которые не придерживаются тех понятий, которые установили Маркс и Энгельс. Раз. И если эти понятия истины, то, соответственно, те отбрасываются. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы уже знаем, что вот эти все фигуры, которые когда-то имели вес в свое время и шумели в общественном сознании, они, в общем, так сказать, только потому и вспоминаются, что их критикуют Маркс и Энгельс. То есть Маркс и Энгельс, обняв этих людей,
И для того, чтобы с ними бороться, они их тем самым ввели в историю. В большей степени, чем бы остались они сами по себе. Тот же самый там Штирнер, Бруно Бауэр и так далее. А тот раздел, который касается критического анализа серьезного и глубокого ученого Фейербаха, вот он получился ну, такой и с новизной, и тут такой вот заушательской критики вроде того, что не такие, не сякие, не то, не так и так далее. Нет. Ну вот, поэтому вот в этой части мы, так сказать, наблюдаем понятия и можем сделать для себя вывод о том, что же, какие это определения. Следовательно, вот если мы хотим понять, в чем определение коммунизма, надо найти тут качество. Одно. То есть, если человек чего-то хочет добиться, должен себя ограничивать. И это вот особенно интересно звучит в устах Гегеля, потому что он один из самых энциклопедических философов, у которого есть работы и по этике, и, так сказать, по религии, философии религии, и философии истории у него, и философия права, и философия духа. То есть человек многоплановый. А он вот настаивает на том, что чтобы чего-то достичь, надо себя ограничивать. Потому что если ты не будешь себя ограничивать, ты не достигнешь ничего. Вот и в этом плане само это понятие определения, оно нас ограничивает. Оно говорит, дайте такое качество, которое бы, во-первых, всегда, когда речь идет о коммунизме, оно вот именно выражалось. И второе, это качество, которое проявляется и вовне, а не то, что оно в себе только вот есть и все. Как вообще переводится со слова, от какого слова коммунизм? Общий. Вот вы говорили, а про общий и как-то так у вас не прозвучало. Что здесь общее? Вот что имеется общее? То есть коммунизм – это строй, характеризуется общностью. Только чего надо сказать? А чего вы, в общем-то, уже там подготовили и распахали почву для этого? Вы говорили о производительных силах, да? А производительных сил – это что? Ну, их две составляющих производительных сил. Да, производственные отношения. Нет, производственные отношения оставьте в стороне, пожалуйста. Производственные отношения делают производительные силы действующими, живыми, потому что они в рамках производственных отношений действуют. А из чего состоят производительные силы? Так, кто тут может помочь? Производительные силы – это что? Это силы, участвующие в производстве, это капитал, за счет которого можно… Капитал – это, во-первых, это отношение, это производственные отношения имеет. Отношения. Это капитал, мы только тогда можем говорить о капитале, когда речь идет об определенных производственных отношениях. Если мы говорим о производительные силы, они не всегда же капитал. Вы не скажете капитал феодала или капитал крестьянина, который хозяйствует на своем участке. И не скажете капитал рабовладельца. Правильно? А производительные силы, они же появились не вот как, не недавно, а они всегда же были. Производительные силы при рабовладении были? Ну и что такое было? Производительные силы, то идем к более простым формам общения, или как вот говорят марки. Ну, это не способы производства. Нет, это не способы. Производительные силы – это не способы. Это производительные силы, когда они действуют, они образуют, в производственных отношениях, они образуют способ производства. А сами это производительные силы? Земля, да, земля. То есть это средства земля, раз, инструменты, да, все. Все орудия и средства производства. Вот что производительные силы. Но это, так сказать, материальные производительные силы, это средства производства. Это одна составляющая.
Но сами средства производства работают, да? Еще нужны люди, у меня тоже. Люди, которые приводят их в действие. Работники, работники. Вот работники в разном форме они выступают. Или они выступают как члены коммунистической и первобытной общины, или они выступают как рабы, да? Раб как производительная сила рабовладельческого общества. Потом они выступают как развивается средство производства феодальное, да, уже. Ну и, соответственно, развивается и работник. Работник уже крестьянин, крепостной, которого нельзя убить. А раба можно было. Потом появляется свободный от средств производства рабочий, свободный от всего. А поскольку он свободен и от средств жизни, то у него единственный способ выжить состоит в том, чтобы пойти и наняться к тому, у кого есть капитал. Вот мы пришли к тому, что вы произнесли. Капитал. Вот он идет к капиталисту и говорит, а нет ли, нельзя ли у вас поработать? И что он делает? И поскольку он находится в товарном хозяйстве, где действуют соответственные законы товарного хозяйства, он продает что? А? Если бы он труд продавал, никакого капитализма бы не было, потому что если труд продавался, дали бы в одной форме, поменяли бы на другую форму. Продажа означает просто смену форм стоимости, да? Вы продали шубу и купили сапоги. Ну и что это может быть? Какой может быть капитализм? Не может быть. Весь фокус капиталистического производства и вся его, так сказать, глубинная основа в том, что продается такая вещь, а именно, то есть продается способность к труду. Способность к труду, которая есть у рабочих. То есть такой товар, который обладает потребительной стоимостью, то есть полезность которого состоит в том, чтобы создавать новую стоимость. То вот я купил этот товар за 3 часа, а работает этот самый работник. И я использую его рабочую силу в течение 10 часов. Значит, 7 часов получается неоплаченный труд или прибавочная стоимость. Прибавочная стоимость 7 часов, а 3 часа – это необходимый труд. Это вот на возмещение цены товара рабочая сила. И вот получается вроде бы как все по справедливости. Вы пришли и продали свою рабочую силу по какой? По стоимости. А стоимость как определяется? Затратами труда на воспроизводство. Вот смотрим, сколько вам нужно, чтобы прожить там. Еда, жилье, да? Так сказать, что нужно для того, чтобы дети были сыты, одеты, обуты и так далее. Чтобы работники не, это не последние были работники, нам рабочие все время нужны, если мы капиталисты. Значит, это должно воспроизводиться. Вот за вот это вот стоимость средств, жизненных средств, необходимых для воспроизводства работника и его семьи, рабочей его семьи, и есть стоимость его рабочей силы. А все, что сверхстоимость, это вас не касается, вы продали. Все. Вот по-честному все было, так сказать, по стоимости вашей рабочей силы. Поэтому, если вы хотите это устранить, вам надо перестать продавать рабочую силу. А как вы будете жить? А как вы будете жить, если у вас ничего нет? Вот у меня есть завод, фабрика, там, корабль, земля, про которую я говорю. А у вас что? У вас ничего нет, если вы не будете продавать рабочую силу. Поэтому тут два варианта. Либо вы будете продавать рабочую силу, либо, как вот вы уже сказали, но вот ваше высказывание, оно правильное, но еще не имеет такой глубины, что вот тогда совершается революция. Что такое революция? Переворот. Средство производства оказывается не у отдельных лиц, а у всего общества. А если у всего общества нет тогда нужды в том, чтобы продавать, то все общество использует эти средства производства, и все становятся работниками в этом обществе, которые в системе разделения труда занимают разное место, естественно, но все работники общества. Вот такое общество, для которого характерна общность средств производства, общая земля, общий труд и общее распределение называется вот.
То есть вот это, так сказать, такое понятие. Ну, я достаточно много сказал, а итог-то у нас очень простой. Такое общество, в котором есть общие средства производства и общий труд, и общее распределение. То есть общество, основанное на общественной собственности, на средства производства. Вот и все. Одно. То есть мы вот взяли это качество, и этого достаточно для определения. Все остальное – это подробности. Если общие средства производства, то понятно, что и раз мы сообщаем и работаем, это общие средства производства, значит, мы и работаем сообща. Если мы работаем сообща, то и распределяем сообща. А раз мы распределяем сообща, то и другие вопросы, которые зависят от производства, тоже решаем сообща. А то, что они зависят от производства, это мы с вами, вот мы уже сколько с вами занимаемся, и долго, и много раз возвращались к тому, что все формы общества, включая в том числе и религиозную форму, и форму идейную, они политическую, они все зависят от материального производства, от того, в каких формах совершается производство средств жизни. И вся история нам показывает, что, соответственно, было рабовладельческое производство, ему соответствовала и идеология рабовладельческая, которая состояла в том, что если вы вот рабыня, то с вами можно не считаться и, так сказать, за человека не считать. Есть люди, а есть рабы. И поэтому, скажем, демократия рабовладельческая, она была демократией, где решались вопросы по большинству. Но по большинству кого? По большинству рабовладельцев. И там попадали еще свободные, у которых рабов нет, но они граждане свободные. Это меньшинство было общество. То есть, если взять всех людей, которые были, то ясное дело, что эта демократия родилась как демократия меньшинства. И, собственно, если вы дальше пойдете, дальше вы увидите, что при феодализме вообще в демократии никто не играл. Есть самый честный такой строй. Честный, когда нравится, что все прозрачно. Вот если я помещик, а вы крестьянка, ну, ваше дело какое? Работать. Вот приходите ко мне на барщину, вторник, среда, четверг, пятницу. Остальное, что вы делаете, меня не касается. Вот. А если вы не будете приходить, то вы знаете, какие есть наказания. Убить, конечно, вас нельзя, но все остальные формы имеются. И убежать нельзя никуда. Ловили и наказывали тех крепостных, которые убегали. Продать можно. Вот. Так сказать, никому не нужна крестьянка. Так сказать. Раз и продал. Другому человеку. С семьей, без семьи, с землей, без земли. То есть в этом смысле полный произвол. В этом смысле, скажем, если мы это наблюдаем, то мы, анализируя капитализм, мы должны сказать, что это более высокая форма, конечно. Тут нет такого, что можно было кого-то или человека продавать. Продается только вот способность к труду. Часть человека продается. Его способность очень важная, конечно. Вот. Ну, а коммунизм тогда является революционным в том смысле, что он кончается этой продажей. Продажей жизненных сил человека. Он тогда просто люди совместно работают, совместно трудятся. Но это целая революция. А революция, вот это Маркс и Энгельс думали, что она в раз произойдет, а не получается в раз. Не получилось, и более того, дальнейшее, вот как, что мы должны сказать, скажем, эта проблема у Ленина рассматривалась специально в связи с вопросом о революции, мировой войне и империализме. Что империализм означает такое состояние капитализма, где не просто есть неравенство и неравномерность развития разных капиталистов, а получается неравномерность развития разных стран. И они настолько неравномерно развиваются, что никак не может быть, чтобы все страны там передовые были бы готовы к революции одновременно. Не может такое быть. Вот то, что революция есть соединение или действие совместное, это подтвердилось и на примере революции в России вполне. Потому что было движение «Руки прочь от Советской России», и был подъем революционного движения во всех, так сказать, империалистических странах крупнейших, которые привело к тому, что война 14 государств против Советской России прекратилась. Прекратилась не так, что, вот, скажем, войска Советской России разбили эти 14. Нет, забрали эти войска. Забрали из-за чего? Из-за того, чтобы не получить у себя революцию в своей стране.
Поэтому, значит, вот тут кто заботился о том, чтобы революция была в одной стране, а не во всех? Ну, заботились те страны, 14 государств, которые попытались сначала, так сказать, удушить, так сказать, советскую Россию. А вот дальше уже дело было, дальше уже вопрос решался как бы внутри страны при поддержке других империалистических государств, Антанту. Антанта поддерживала Белую гвардию, белогвардейское движение, и, соответственно, снабжала всем необходимым для победоносной, как она считала, войны. А почему не получилась победоносная война? А потому что те силы, которые внутри были, они, так сказать, вот и к Антанте, и к этой помощи относились отрицательно, в том числе генералитет царский. И мы это, когда вот мы изучаем эти вопросы исторические, мы должны тут не схематично такой проявлять. Дескать, вот если это царский генерал, значит он такой-сякой и враг революции. Он не друг революции. Царский генерал рассуждал очень просто. Я служил всегда российскому правительству. Российскому. Правительство российское одно, которое возглавляет Ленин. Оно предлагает мне пойти на службу в качестве военного специалиста. И предлагает хорошие деньги, я пошел работать. А что касается белогвардейцев, их Антанта поддерживает. Я не собираюсь служить иностранным государством. То есть логика этого поведение вполне ясно. И очень многие буржуазные специалисты, оставаясь буржуазными специалистами, внесли весомый вклад вообще в созидание социализма в России. Ну вот надо сказать, что такой вот неходульный взгляд на эти вещи, который учитывает противоречия, он вообще предполагает, что люди, которые анализируют исторические процессы, они должны видеть все противоречия, а не делить просто вот одни красные. А сколько этих красных, которые потом перебежали к белым. Или мы можем взять такое вот произведение «Вечный зов», которое очень диалектично, надо сказать, очень глубоко, Анатолия Иванова, где он показывает такую фигуру, как Полипов, который был председателем, значит, секретарем райкома, председателем исполкома, но он по существу оказался, так сказать, противником советской власти и коммунизма. Но каждый, кто набивает себе карманы, он, естественно, противник коммунизма, то есть, который думает только о том, чтобы себе карманы набить. Поскольку коммунистическая позиция состоит в том, чтобы всем вместе стать богаче. Причем богатство имеется в виду материальное только или духовное? Да, вот богатство в смысле развития индивидов. Потому что если общество развивается, общество более развито, если более развиты его члены. Правильно? Вот поэтому, когда мы это определение начинаем применять, и обдумывать, и расширять, то мы приходим к выводу о том, что такое коммунизм в таких вот более красочных картинах. Но основу все равно надо брать очень простую. Простую, которая может быть развернута, что коммунизм – это строй, основанный на общественной собственности, на средства производства. То есть этого достаточно для определения. Точно так же, как, скажем, вот капитализм, если я вас попросил бы определить капитализм. Вот как бы вы определили капитализм? Это что? Кратко. Упор на кратко здесь. Вот краткую какую-то формулировку. Я спросил односложно, а вы односложно ответили. Капитализм – это... Совсем не сложно, это эксплуатация. А? Эксплуатация была и феодальная, и владельческая. Не получается. Не получается. Эксплуатация владельцами капитала, не имеющих капитала рабочих. А тогда надо узнавать, что такое капитал. И тогда мы застряли. Ну а если капитал... Ну вот я хочу вам просто привести пример. Вот что значит хорошее определение. Вот определение капитализма, вот я от вас требовал, очень простое, может быть. Всеобщее товарное хозяйство. Всеобщее товарное хозяйство. Какое? Что значит всеобщее? Когда товаром является не только вещи, но и способность человека к труду. Все превращается в товар. Вот если все превращается в товар, а дальше дело техники получить капитал, потому что капитал – это самовозрастающая стоимость.
Правильно? Вот у вас эта сумма товаров накапливается, накапливается, накапливается у одних. Вот это накопление богатства, этого товарного богатства, неважно, независимо от его формы, когда речь идет о богатстве как таковом, неважно в каком виде, в виде материальных благ, в виде денег и так далее. Самовозрастающая стоимость – это и есть капитал. То есть капитализм – это всеобщее товарное хозяйство. Или чуть более полное определение – это товарное хозяйство на том этапе его развития, когда и рабочая сила становится товаром. Достаточно этого для определения капитализма? Достаточно. Рабочая сила – товар. Она ведь становится товаром тогда, когда появляются люди, свободные от всего. Их освободили от крепостной зависимости, а заодно от земли. Наиболее, так сказать, ярко это было сделано в Англии. Значит, согнали людей с земли и туда, на их место, направили овец, как сырье для соответствующей промышленности. А рабочие, идите работать в эту промышленность теперь. Раз вам больше делать нечего, земли у вас нету. Земля и была в собственности феодалов. А феодал – это кто такой? Феод – это земля. Участок земли. Вот, феодал – тот, кто владеет землей. Как только согнали людей с земли, вот, у них другой дороги, кроме как пойти продавать свою рабочую силу, просто нет. И все. Получается капитализм. Ну, хотелось бы, чтобы наши занятия все-таки итогом имели не то, что мы изучили книгу, но этим никого не удивишь, а в том, что мы при изучении этой книги для себя получили некоторые точные определения, которые нам понадобятся в течение всей жизни нашей сознательной, как людей, которые, ну, называются культурологами, то есть они овладели культурой, а культура, вот без культуры определения не культура. Ну, потому что культурный человек может менее культурному легко и просто объяснить, и понятно объяснить, что это такое, когда речь идет о широко употребительных понятиях. О широко употребительных понятиях. Если он какие-то заумные, скажет, ну, этого я не знаю. Кажется, не все обязаны знать такие вещи. Но если речь идет о таких широко употребительных понятиях, вот мы сегодня обсуждали, что такое коммунизм, ответили. Что такое капитализм, ответили. И достаточно ясно и кратко. Так, у нас были тут кто-то тут кровью расписывался, что будет выступать. Были всякие люди. И у меня этот листок с кровью так и лежит тут. Пожалуйста. Социализма в одной и той стране. И то есть, нашел как раз подходящий отрывчик у Маркса Энгельса в работе. Да. Это толкнуло на то, чтобы пойти дальше и посмотреть, как этот вопрос развивался у Ленина, а потом у Сталина. Хорошо. Вот. То есть, начну с того, что как раз Маркс Энгельс учили о необходимости революции экономической. Они считали свою заслугу, что доказали приход, то есть доказали экономическую необходимость того, что капитализм как бы придет к своему концу. И этот как бы распад заложен в самом там, то есть, принцип, как я понял, в том, что в капитализме возможность расширения безграничны, но рынки сбыта ограничены. И это идет к тому, что появляется кризис перепроизводства, который учащается и в конце концов. Конкуренции, и то есть конкуренция в капитализме
усиление всех этих процессов приводит к все большему отчуждению рабочего, и ему уже ничего не остается, как только идти сбросить. Ему нечего терять, кроме своих оков, поэтому он идет, как бы, разрушает строй. Так учили акцентист. Так вот, в этой работе немецкой идеологии есть такой момент о том, что коммунизм не себе такая проблема. Коммунизм возьми. Неизменно будет упразднен, если он образуется вместо коммунизма в хоть как раз в одной стране, в условиях изоляции, в условиях, когда остальные страны не пришли к этому. И, то есть мне это читаю просто. То есть сначала должен прийти такой этап, когда все индивиды вообще в мире, история станет всемирно-исторической, и индивиды станут всемирно-историческими. И Маркс это пишет. Но все-таки речь шла о всех странах или только о передовых странах? О передовых, но причем я сейчас читаю цитаты, если сначала просто говорю. Из этого коммунизма он пишет только как нечто местное. Самые силы вообще не могли бы развиться в качестве универсальных, а поэтому невыносимых сил. То есть отчуждение, если нет отчуждения, то у рабочего проблема теряет, и он не прибавится. Всякое расширение общения упразднило местный коммунизм. Коммунизм этнически возможен только как действие господствующих народов, произведенных сразу, одновременно, что предполагает универсальное развитие производительной силы, связанной с мировым общением. Вот так вот в этой работе написано. Вот, я прочитал то, что мне рекомендовали насчет Ленина, Соединенных Штатов Европы. А лозунги Соединенных Штатов Европы. Ну, другие, то есть как это называлось. И военная программа пролетарской революции. Да. То есть, ну, сначала я еще хочу сказать, вот я нашел Энгельса, то есть коммунизм, это там в форме, какой-то вопрос, и там тоже задают вопрос, может ли эта революция произойти в одной какой-нибудь стране, если это революция статистическая. Ответ – нет, крупная промышленность уже тем, что она стала прорывом, так сказала между собой все народы на ушах, в особенности цивилизованные народы, то есть вот как раз является цивилизованным. Это не зависит от того, что происходит другого. За это крупная промышленность так же отдала поэтому политическая революция будет не только национальной, но и одновременно во всех цивилизованных странах, то есть, по крайней мере, в Англии, в Америке, Франции и Германии. Каждая из данных будет развиваться в течение времени, в зависимости от того, в какой из стран более результат промышленности, больше накоплено богатство, имеется более значительное количество трудовых сил. Вот. То есть, Энгельс, там, в середине 19 века, как раз говорит о том, что революция должна пройти сразу, и, по крайней мере, страны тяжелая промышленность наиболее развита. То есть, там, Англия, в первую очередь, Америка, Франция, Германия, Россия в список не входит. И потом, значит, а Ленин, как вот он считал, я смотрел работу 15-го года примерно. Прекрасно говорил. То есть его основной тезис в это время до революции Октябрьской России такой, что развитие капитализма совершается в высшей степени неравномерно различных стран, иначе не может быть капиталовым производством. Отсюда международный уровень. Социализм не может победить одновременно во всех странах. Он победит преимущественно в одной или нескольких стран, остальные в течение некоторого времени останутся буржуазными и добуржуазными. Это должно быть только тренированной прямой стремлением буржуазии других стран к огромному финансовому пролетариату социалистического государства. В этом случае война будет законно вступила. Ну, то есть вроде бы как Ленин говорит в том же духе, что Ленинс. Что он имеет в виду должно в одной линии, но как раз в этих разных остальные буржуазные и добуржуазные не останутся. Будут, в общем-то, воевать с социалистической стороной первой. Но мне кажется, что здесь есть такой же подвох.
который потом, как я покажу, стоит был Сталин. Потому что, вот, например, то есть это был 15-й год, той революции. Вот что пишет Ленин, это значит, 6-й Всероссийский учреждающий совет, речь о международном положении, 8 ноября, 1918 год, уже после революции. Вот Ленин пишет, если он говорит эту речь. Товарищи, с самого начала Второй революции вопрос о внешней политике международных отношений стал перед нами как самый главный вопрос. Не только потому, что империализм означает одну из сильных и прочных степеней всех государств мира в одну систему, чтобы не стать в один грязный кровавый комок, но и потому, что полная победа социалистической революции немыслима в одной стране, а требует самого активного сотрудничества, по крайней мере, нескольких передовых стран, которым мы Россию причислить не можем. Вот почему вопрос о том, насколько мы достигнем расширения революции и других стран, и насколько нам удастся до сих пор дать отпор империализму, стал одним из главных вопросов революции. То есть, вот так я не рассуждал после того, как революция совершилась в России. То есть, основной вопрос был внешнеполитический, как раз вопрос о том, как начнется ли революция в других странах, прежде всего, в Германии. Там очень далее. Как бы, мне очень кажется важным, что именно он говорит о России как о стране, где никак нет условий для совершения революции. И тогда она оказывается в сложнейшем положении, где надо отдать как бы воевать. Нет условий или есть условия? Нет условий, нет же. Это точка зрения Ленина, что нет условий? Да, он говорит. Там речь идет не для совершения, а для полного построения социализма. Да, сейчас я говорю, потом как вопрос называется? Вопрос называется? То есть уже 24 ноября, я еще говорю, ничего не власть, но там происходит внутрипартийная борьба. А Сталин потом, он тоже, как бы этот тезис вообще внутри партии, сколько я понял, был основной такой вопрос. И, например, сейчас секунду. Сталин тоже подошел к разбору этого вопроса. И там мне очень интересно, мне кажется. Это так называемый ответ товарищу Иванову. Иванов. Там мы считаем, что вопрос как раз там отвечать. Возможно, первая сторона вопроса о победе стоит в нашей стране, а понимать проблемы сами нашего класса внутри нашей страны, это область внутренних отношений. И тут он, как он это понимает, может ли рабочий класс нашей страны преодолеть противоречие с нашим христианством, наладить с ним союз, сотрудничество? Может ли рабочий класс нашей страны в связи с христианством на буржуазии нашей страны отобрать свою землю, заводы, шахты, построить свое населенное новое государственное общество, полное социалистическое общество? И стали отправиться на Ленина, и говорят, конечно, у меня имеются необходимые для условия для построения такого социалистического общества. То есть, грубо говоря, то, что мы можем развить наших всех буржуев, нашу страну, все просто. Потом он пишет, вторая сторона вопроса. Можно ли считать прогресс социализма в нашей стране окончательным? То есть он все вопрос переначал на самом деле, если говорит, можно ли считать, вторая часть вопроса внешнеполитическая, можно ли считать прогресс социализма в нашей стране окончательным, то есть свободная от опасности военного нападения и попыток восстановления капитализма при условии, что прогресс социализма имеется только в одной стране, а капиталистическое окружение продолжает существовать. И говорит, такая опасность всегда будет считать, пока есть другие страны. То есть наша задача готовить к войне столкновения. Потом очень интересно, как раз как он разделывается с другими там, с Троцким, с Мэнками и прочие господа, старшие потом шпионы, и нет, ваши смотреть за вас, ваше состояние социализма. Наша страна предварительной победы социалистической революции других стран, капиталистических стран. Ну и он, знаете, господ, агенты фашизма. Вас хотелось бы вернуть нашу страну назад, на
государственного развития, прикрывая свое сотрудничество большими ссылками на победу революции в других странах. То есть это такой общий взгляд на вопрос. Так, если мой комментарий, то я вижу, что, например, вот Маркс Энгельс, в работе, которую мы обсуждаем, четко прописано, что местный коммунизм будет упразднен в силу того, что очень нет универсальности в общении, и одна страна не может выжить. При условии, что она еще есть. Если как Ленин, он не вычисляет Россию с Тверном, то у нее нет никаких шансов. Она будет... Либо она не придется все силы тратить на борьбу с этими империалистическими странами, когда у них хватит силы построения коммунизма. То есть коммунизм — это то, когда большая промышленность крупная и мелкая настолько взросли в уровне, что они превышают, могут удовлетворить потребности всех членов общества. А если у нас нет промышленности, то есть если мы не причислены к этим миллионам странам, то у нас как бы нет предпосылок для экономического. То есть, как бы, как я понял, довольно такой опасный тезис о построении социализма в одной стране, потому что марксизм — это такое как бы учение, которое стремится к исследованию экономических закономерностей, и тут все строго. И как эта попытка Сталина сказать, что господа русские нам предатели, а ученые просто, как я предполагаю, они были больше на стороне Маркса, а не столько предателями, чтобы... То есть мы фашисты и шпионы, это уже слишком, мне кажется. Вот. То есть, что я хотел сказать еще, ну вот Ленин, точка зрения его, ну, понятно, это вот революционный. Конечно, он отошел от Маркса в том смысле, для того, что сказал, революция была назначена в одной, то есть, по-моему, это совершенно логично сказать, что если действительно начнется в одной большой стране, то в силу того, что страны связаны, начнется и в другой. Но это в том случае, если это как раз передовые страны, как, такие как страны, там, а в случае России это очень спорно. Потом после революции Ленин это признал, как это читал, вопрос о том, начнут ли революции в других странах, то есть вопрос внешнеполитический, задача гуманитарного как бы раздувать огромную революцию, это был первостепенный важный вопрос. Вот. Ну, что писал Троцкий, если бы история русской революции сочетание. Свергнуть власть буржуазии и поставить власть пролетариата в одной стране еще не значит обеспечить полную победу социализма. Главная задача социализма – организация социалистического производства, остается еще впереди. Можно ли решить эту задачу, можно ли добиться окончания победы социализма в одной стране без совместных усилий пролетариата в других странах? Нет, невозможно. Для свержения буржуазии достаточно усилий одной страны, об этом говорит нам история нашей революции. Для окончательной победы социализма, для организации социалистического производства у себя одной страны, особенно по крестьянской стране, России, уже недостаточно. Для этого необходимо себе пролетариев нескольких передовых стран. Вот. А то есть, мне кажется, поправьте, если я не прав, просто Сталин вопрос немножко искажает и говорит о том, что нам нужно только в одной стране, там, скажем, уничтожить всех представителей буржуазии, захватить все заводы, шахты и все такое, наладить отношения с деревьями города, и мы сможем перейти к социалистическому производству, организации социалистического производства. Вот. То есть, по-моему, немножко это противоречиво, потому что... Но организовали?
Социалистическое производство организовали? Не знаю, мы живем в Советском Союзе. Ну, на каком месте Советский Союз был? В мире по объему производства? На первом? Не, на втором. После Соединенных Штатов Америки. Из-за чего? По производству, по объему производства. На втором месте был в мире. Это сейчас вот наши капиталисты не могут организовать производство. У нас идет, падает производство, знаете, да? В прошлом году какой у нас темп? Падение было 3,2. Вот мне Владимир Владимирович сейчас выступал на празднике, говорил, вот 1500 заводов строили. Тысячами строили заводы, тысячами. А сейчас можете назвать один завод, построенный с 90-го года? Один. Один. Назовите один завод. Я хочу возразить, что... А я могу назвать. Вот Виктор Георгиевич Долгов, мой соавтор и товарищ, он в Кингисеппе построил завод бутылочного стекла. А других я не знаю примеров вообще. То есть вы еще, вот, это очень хорошо, вы подготовились, так, хорошо, в теоретическом плане. Но эта теория должна проверяться еще и практикой, да? То есть вот, с одной стороны, то есть что касается построения заводов и так далее. Второе, вот разве есть, у Хрущева был тезис о том, что мы окончательно, победился социализм полностью окончательно. У Хрущева был. А у Сталина был такой? Вы же сами сказали, что у него не было такого-то. Не было. Сталин вовсе... Вот они старались, сделали, строили заводы, готовили оборону, но кто-нибудь заявлял, что окончательно? Нет. Поэтому это, так сказать, не противоречит даже и тому, что вы приводите. То есть для окончательной победы, ну если не будет, когда будет окончательно, когда не будет капиталистического окружения. А вот представьте себе, нет капиталистического окружения, а внутренние причины есть для разложения социализма? Есть. Значит, что это за эта задача такая окончательно? Победа социализма. Окончательно? Что в истории бывает окончательным? Вот как? Вот, легко сказать про феодализм, потому что от капитализма к феодализму, видимо, дороги нету. Вот это можно. Вот на это можно сказать, потому что настолько простая связь, никакой нет связи, там нету зависимости, ни феодальной, ни рабовладельческой. Какая зависимость? Никакая. Вы продали рабочую силу, и все. Самое простое отношение – ты мне, а я тебе. Поэтому тут можно говорить про капитализм, что он окончательно установился. Потому что где на земле вы найдете феодальную страну? Это остатки всякие есть. Там монархии существуют, там Саудовская Аравия, в Бельгии имеется монарх. Там изображает королеву в Англии, хотя это музей под открытым небом, очень хороший, симпатичный. Но вы же понимаете, что она абсолютно никакой политической роли не играет. Никакой. Ей все пишут и от ее имени все зачитывают, что надо. И руководит там премьер-министр, безусловно, а вовсе не король. Точно так же, как скажем, в Германии есть президент, вы даже не знаете, как его зовут. А зато все знают канцлера. Ангела Меркель. То есть, хотя он уж не монарх, но президент. Президент никакой там роли не играет. Никакой. То есть, это другой вопрос. То есть, как раз по вопросу об окончательности, вот вы как раз видите, здесь тут и нет спора. А вот Хрущев объявил об окончательности. А раз окончательно, ничего не надо делать. Если я считаю, что моя победа окончательная, значит, я ничего не должен предпринимать. Все уже хорошо. Все само пойдет. Пошло? Само. Вот другой вопрос, который встает, так вот в связи с тем, что вы очень так сказать, хорошо поработали и рассмотрели, это вот более сложный встает вопрос, так может быть тогда Троцкий, Каменев, Блинов оказались правы в том плане, что не надо было строить. Вот сейчас что произошло? Реставрация капитализма произошла? Произошла. По какой причине? По причинам внешним или по причинам внутренним? Вот это большая тут дискуссия идет в литературе. То есть по внешним причинам, из-за того, что другие не помогли, или по внутренним причинам? Вот я, скажем, стою на той позиции, что это по внутренним причинам. Я вот на эту тему докторскую защищал диссертацию, что есть противоположная тенденция. Если вы ее не видите, негативную тенденцию, если вы ее не замечаете, если вы ее игнорируете, она получает полный простор для своего развития. А у нас... Скажем, с пришествием Хрущева на пост первого секретаря у нас победила точка зрения, что нету никаких противоположных сил. Нету никаких. То есть, если я сделаю вид, что у меня нет никаких противников внутри, а противники есть, они возьмут меня, так сказать, и
Ликвидирует любой момент. Но вот вы придерживаетесь, так сказать, какой позиции? Что дело во внешних причинах, что, дескать, что вот международный пролетариат не поддерживает, или во внутренних? Тем более, что у нас уже международный пролетариат после Второй мировой войны появилась Китайская Народная Республика, крупнейшее государство, да, которое сейчас вот получило второе место в мире. Опять. Ну хорошо, нет у Советского Союза, но есть, наверное, второе место в мире. Так, после Второй мировой войны появился социалистический лагерь. То есть, вот, казалось бы, вот развитие так и пошло. Вот есть уже целый ряд государств, в которых имеется не капитализм, да? Это же не капиталистические страны, там вот они в переходном периоде находились все. А в Чехословакии уже был построен социализм, в ВДР был построен социализм, на Кубе построен социализм. А Куба сейчас ушла куда? Назад. У нее переходный период, потому что миллион рабочих превратились в самозанятых, то есть в мелких буржуа. Вот, то есть, вот вопрос тогда к вам. Можно ли тогда считать, что не подтвердился, что подтвердилось вот то, что говорили Маркс и Энгельс, или подтвердилось то, что говорил Ленин? То, что они здесь расходятся, вы очень хорошо показали. Расходятся. То есть не прав был Ленин, ну, соответственно, и Сталин не прав. Или прав? В чем дело? Дело в том, что они не правы, или дело в том, что были некоторые внутренние причины, которые не были приняты во внимание. Как нам выйти из этого ситуации? Сложно. Если так из истории, то я бы хотел сказать вот замечание еще, когда, может быть, в Советском Союзе так и было производство второго после Америки, но мы знаем, что не было такого как бы полного освещения индивидов, полагаю. Чего не было? Индивидов такими совершенно простыми вещами, как. Ну, интересно, а вот образование у нас бы, так сказать, быстрее развивалось и лучше было, чем в Америке, или хуже? Ну, а вот как вы объясните то, что у нас первый человек полетел в космос? Вот можно объяснить, если мы второе место имели, а по производительности труда, ну, примерно имели 60% американской производительности. Можно объяснить тогда, есть две составляющие производительных сил, средства производства и человек. Вот за счет какого фактора мы раньше запустили, чем США, человека в космос? За счет средств производства или за счет человека? Ну, за счет образования и науки. Да, это опровергает ваше предположение. Ну, вы правильно предположили. То есть, когда человек рассуждает, он выдвигает какое-то вот предположение, и потом начинает его обдумывать. Ну, вот вы выдвинули, а что же получается? Получается, что только по этой причине, то есть, по крайней мере, с точки зрения образования, причем вы видите, наверное, большую через полосицу всяких точек зрения, но по вопросу об образовании, о культуре в Советском Союзе, ну, я думаю, что точно так же, как по вопросу о медицине, так сказать, разве это сравнимо с тем, что вот сейчас у нас есть? Нет, мы просто как бы откинулись назад совершенно, да. как надо. Как идти к коммунизму, он пишет, сначала нужно пролетариату пытаться демократическими методами прививаться туда. Ну а какие демократические? Демократические методы, вот вся история демократических методов состоит в чем? Вот была демократия в Древней Греции, в Риме. Значит, все восстания рабов подавлялись, рабов, так сказать, убивали. Да, это демократический, это демократический метод. Так, хорошо, берем буржуазную демократию. С чего она началась в Великую Французскую революцию? Взяли гильотину, поскольку тут уже средства производства развиты, и не мечами убивали, и не отсекали там головы, так сказать, вручную, а гильотины рубили. Это демократия. Демократия. Троцкий предлагал Ленину, то есть, говорит, с врагами революции надо так, как в Великую Французскую революцию. Давайте гильотины будем использовать. Ленин сказал, не надо. Были желающие такие с выступлениями. Это вот буржуазная демократия. Потому что буржуазная демократия – это же форма диктатуры класса. Всякое государство – это форма классовой диктатуры. Есть, всякое. Есть тоже период в истории, когда всех на комплекте. У нас же тоже при советской власти был период в истории, когда всех звали в кулак. Вот как раз да. Поставили. Так,
Так а при социализме идет классовая борьба? Ну, если классовая борьба идет, что вы хотите? Это же что, полностью ликвидированы классы? Можно сделать вид, что она не идет. Тогда вы придете к тому, к чему пришли. Ну, что там... Вот у нас, например, строго с 90-го года идет вымирание населения. Строго. Почему говорят это там крест, либеральный крест России? Вот мы берем тенденцию к росту населения, да, она была все время, все советские годы. К росту. Вот так? Вот так рост рождаемости, а вот так снижение смертности. А начиная с 90-х годов, смертность идет строго наверх. Вот график просто рисует, демографы можете, и который никакой политикой не занимается, просто рисует график. Вот смертность пошла вверх, а рождаемость строго вниз. Значит, они, если они в разных были точках, то они сошлись, получился крест. И сейчас вот такая ситуация, когда ну, на уровне ошибки статистики или подтасовки статистической, то ли рождаемость уже превышает смертность, то ли только вот немножко не догоняет. И поэтому даже вот руководители, ну представьте себе, вот руководитель страны, президент, премьер, выступил, сказал, одел костюм, сказал, что при мне, при нас рождаемость опередила смертность. Можно сказать? Обсуждают по-другому. Сказать, мы решили продлить материнский капитал. Я так удивился, когда такое услышал. Думал, я думал, что приняли решение, так и будет. А что, потом не надо будет, что ли, поддерживать семьи с малолетними детьми? Не надо, что ли? Это же временно, оказывается, было, до следующего рассмотрения. Вот, так что вот, тут есть большие проблемы. Но мы зашли уже в какую сферу? В сферу, так сказать, современных дискуссий, правильно? А с точки зрения... зрение вот той работы, которую вы проделали, я думаю, что вы очень подошли серьезно и ответственно, и творчески к этой проблеме. Что будет учтено во время зачета? Я, так сказать, беру на себя обязанность, вот те, кто активно выступали, я им поставлю зачет сразу, и не буду их и спрашивать. И это правильно. Вот. Вот у нас есть все-таки что-то совпало. Вот и с вами у нас совпадение есть. Вот. А сказать, товарищи как-то, вот некоторые у нас еще даже так берутся все, но как-то они не используют те возможности, которые у нас есть. Я имею в виду, конечно, возможности не в получении зачета. Это постороннее дело, так сказать. Все его получают. А возможности для своего развития, вы же выступали там. Ну нет у нас социализма. Ну при капитализме давайте будем развиваться. Вот как, а как можно развиваться? Взял какую-то проблему, ее попробовать, так сказать, поднять и пообсуждать, выступить с ней. Потому что, а где, кто вас будет слушать? Ну, на Невском остановите людей, вот чтобы какой-нибудь профессор вас бы слушал, как я. Или чтобы сидели вот студенты вот там и ваши да, коллеги. Да-да, вот ваши родные коллеги, вот сейчас кончится, они не знают, что они будут слушать вас. Чтобы они остались и слушали, как вы будете делать доклад, я очень сомневаюсь. И это же принудиловка. То есть у нас... Государство, университет, государство, то есть насилием сажают и говорят, так, вот в это самое в 10.00, в 142-й, это вот государственность проявляет. То есть мы, так сказать, вот существует, какое государство буржуазное, ну спасибо ему, государство буржуазное, вот оно же, буржуазный строй тоже ведь это строй, при котором люди могут развиваться, или они вообще прекращают развиваться. Можно подумать, что вообще переход к коммунизму, он прямо вдруг выскакивает откуда-то. Кто породил коммунизм? Кто породил коммунизм? Какой строй? Буржуазный строй, капитализм. Мама. Коммунизм и капитал. Капитализм. Правильно? Некоторые вот так его ругают просто. Ну так нельзя. Это одно дело, что отрицание, конечно, это отрицание. Но отрицание содержит в себе отрицаемое в снятом виде. А не так, что мы все разрушим и из пыли будем делать, строить коммунизм. Так? Как некоторые понимают. И поют неправильно. Весь мир насилие мы разрушим. До основания, а затем интернационал. А правильный перевод был такой. Весь мир насилие мы разроем. До основания, а затем мы наш новый мир построим. Вот и рифма есть. Люди и рифмы не понимают, и смысл не понимают. Так, ну спасибо вам большое.
Очень хорошо. Так, у нас есть готовые еще выставить? Вот вы брали на себя обязательства. Ну, в понедельник-то будете готовы? Ну, мы ждем. Все уже заинтригованы, как вы понимаете. Так, а вот здесь еще другие товарищи. Не хотите выступить? У нас есть возможность выступить в следующий понедельник, еще в среду, и уже неотвратимо приближается зачет. Зачет у нас будет 25 числа, в обычное время, так сказать, наших занятий. Ну, я не вижу необходимости устраивать какую-то особую консультацию, то есть предыдущее занятие перед 25-м будет, последнее занятие перед 25-м, будем считать и консультацией в то же время. Почему? Потому что у нас, ну, по характеру наших занятий, у нас же анализ классических текстов, у нас не лекция, что я говорю, а вы, так сказать, молчите. И здесь нет каких-то ограничений в отношении вопросов. Если вы мне вопросы задаете, я отвечаю. Поэтому у нас, можно сказать, консультация не прекращается. Поэтому как-то, ну, оно, конечно, формально будет обозначено, что это вот последнее занятие как консультация, но если есть вопросы, конечно, надо их задать. И я на них буду отвечать. Но я говорю, что я на эти вопросы отвечать готов и по ходу этого дела. Ну вот, в связи с докладом, который у нас прозвучал, конечно, здесь вот интересные вещи получаются. Во-первых, мы наблюдаем, что эта сама проблема коммунистической революции, она очень глубокая. И потом мы не можем же, вот, если мы так стоим на той точке зрения, что это мировое явление, ограничиться вот тем, что в Советском Союзе не стало социализма и все. Ну, в Советском Союзе не стало, а в Корее он остается. А на Кубе он уже не социализм построенный, а пошел назад. Вот в этом смысле не окончательный, как некоторые говорят, окончательный. А в Лаос тоже социалистическая страна. А во Вьетнаме сколько человек живет? Несколько миллионов. Ну сколько несколько? Сказать? 90. 90 миллионов. А у нас 150. То есть мы недалеко ушли от Вьетнама. Это раньше у нас 300 миллионов было в Советском Союзе, да. Вот как в Соединенных Штатах Америки осталось это, а у нас 150, 90 миллионов. Причем это та страна, которая победила в войне с Соединенными Штатами Америки. С кем воевали? В одиночку США. Это вот они во Вторую мировую войну воевали вместе с Советским Союзом. Советский Союз воевал, а Соединенные Штаты Америки и Великобритания помогали. И вступили в войну на завершающем этапе, когда дело шло к разделу, как говорится, пирога. И этот раздел был осуществлен. И что касается вступления в войну Соединенных Штатов Америки на Востоке, я имею в виду войну с Японией, вот поскольку Советский Союз выполнил свое обязательство, мы разбили Квантунскую армию, тут и американцы явились. И, между прочим, в Корее дошли до той черты, советские войска, которая была установлена соглашениями заранее. Вот, да. И после этого появились войска, которые, так сказать, просто заняли там, американские, и все. Где самостоятельная борьба, так сказать, у Соединенных Штатов Америки, где они одни бы воевали. Какие вы знаете ситуации? Вот с Вьетнамом. И кто выиграл? Французы оттуда изгнаны были с юга Вьетнама. Туда пришли американцы и начали завоевать весь Вьетнам. Кто победил? Социалистическая республика Вьетнама или Соединенные Штаты Америки? Победила Социалистическая республика. Это не объяснишь экономической мощью. Это говорит и о способе производства, это говорит и о том, какой строй более прогрессивный. Потому что, ну как вот такое объяснить? Ну нету крупней страны, нету. Это во-первых. А во-вторых, в самих Соединенных Штатах Америки мощное было движение против войны во Вьетнаме. Мощное. Теперь Социалистическую Республику Вьетнам поддерживали? Поддерживали. Китайские добровольцы там были. А наши товарищи поддерживали? Вот я был, поддерживал я только одним. Поставляли туда средства ПВО. Вот мы в аспирантуре были с моим коллегой Ширяевым Михаилом. Он воевал во Вьетнаме. Вот мы вместе были в аспирантуре по политэкономии. Вот он мне рассказывал, когда они приехали через Китай,
приехали с зенитными ракетами, а он на локаторе работал. Локатор где-то на расстоянии пары километров от, собственно, самих ракет. Они разделены. Приехали, и там тучами летали, американские, тучами. Поэтому, когда мы приехали, как начали стрелять, так как попадаем, как сразу 5 самолетов падает. Потом у нас, говорит, строгий был устав. Вот надо выпустить вторую ракету, и тогда уже, чтобы не перезаряжать одну. Но этот устав никто не выполнял, потому что ты выпустишь вторую ракету, налетает тучами там по 150 этих самолетов американских, и там утюжат это место так, что ничего там не останется. Поэтому они хорошо знали наши уставы, что, думаю, сейчас эти русские... Это выпускает вторую ракету, не перезаряжает. Вот они. На самом деле наши сразу ставят, несмотря на этот устав, вторую ракету. И все время опять две ракеты. И прилетают американцы как бы уничтожать. Безоружных. Опять вылетает ракета, опять 5 самолетов падает. И страшно было дело. Правда, первое время наша задача была вот через год обучить вьетнамцев, чтобы они сами на них работали. Но вот как начинается эта бомбежка, наши все стоят, потому что наш майор крикнул там «стоять!» и там прибавил то, что надо. И все стоят, а все вьетнамцы попрятались. Потом вышел приказ для вьетнамцев не уходить, пока русские не уйдут. Рассказывал Ширяев, в Канаде он был, встречались с ветеранами вьетнамской войны. Там сидят такие солидные летчики. Летчики, какие там, какая там война, летали и бомбили, летали и бомбили, летали и бомбили. А его представляет, а вот ветеран тоже вьетнамской войны. И как они все погрустнели, потому что они прекрасно понимают, что если это наш ветеран вьетнамской войны, то он этих летчиков, конечно, очень многих уничтожил, американских. Но это, так сказать, помощь. Ну и помощь, так сказать, она пришла тоже не случайно. Если, вот мы же тему какой? Единство этой революционных сил, да, берем вот разных стран. Вот разные страны. Другое дело, что вот Маркс и Энгельс думали, что обязательно это должно быть только передовой в экономическом отношении. Не совсем так пошло дело. Китай не самый передовой, зато он стал передовой. Россия была, она вот какой была страной? Слабой перед революцией или передовой? А? Слабый? Нет. Ну вот Ленин писал, что это страна среднеразвитая. Среднеразвитая. То есть она слабое звено империализма, но не слабая страна. Вот когда говорят, вот это слабая, отсталая Россия. Ну что значит отсталая? Какое место по развитию экономики было у России? Высоко. Какое? Высоко, но я не помню точно. Ну кто, я не помню? Вы из России? Ну, вот как-то вот мы историю свои, ну, не такие ключевые моменты должны знать примерно. Ну, примерно, я там не говорю, что тут. Пятое место. Пятое место это. То есть есть раз, два, три, четыре, пять. На пятом месте это можно сказать, что отсталая страна. Ну уж никак она. Передовая страна, конечно. И у нас был уже и продамет, и продуголь, монополии уже были. То есть вовсю развивался капитализм. Капитализм у нас в 19 веке развился. У нас в 19 веке. В 1861 году крепостничество выброшено было, а в Соединенных Штатах Америки рабовладение в 1862, так сказать, провозглашено, что оно уничтожается. И потом началась война север против юга за то, чтобы освободиться от рабовладения. Они еще от рабовладения не освободились, когда уже от крепостничества освободилась Россия. И в политическом отношении тоже, можно сказать, передовая в известном смысле страна. А этот самый монархию сбросили очень быстро и легко. Тем более, что сотрясало эту монархию, он, декабрьское вооруженное восстание было. Декабрьское вооруженное восстание в Москве мощнейшее. И были представители буржуазии, которые его поддерживали. Например, Шмидт такой был, собственник мебельной фабрики, вооружил рабочих своих. И деньги большевикам дал через Быкова. Для, так сказать, на революцию. И до этого Морозов, так сказать, в этом участвовал. И вообще Россия этим отличалась. Декабристы – это представители феодального класса, которые выставили против крепостничества. Так?
То есть вот такой вот ходульности такого рода, что, дескать, вот представитель, если он представитель буржуазии, то он там, он противник рабочего класса. Энгельс не противник. Энгельс-то был буржуа, между прочим. Папа у него был буржуа, имел фабрику, а папа умер, Энгельс стал фабрикантом. Так что тут действительно вопросы вот тут очень интересные и культурные, в том смысле, что такой схематизм или грубый материализм, а грубый материализм звучит так, что вот бытие определяет сознание. Я вот у многих это слышу, этого нигде нет в марксизме, вы нигде это не найдете. Кто-нибудь читал это у Маркса, у Энгельса или у Ленина, что бытие определяет сознание? Что вот то, что вы съели, определяет, что вы сейчас сказали. Что вы позавтракали, то и наговорили. Но нет такого нигде. А наоборот, мы с вами изучали в самом начале, еще в тезисах о Фейербахе, что человек из продукта обстоятельств и воспитания. В обстоятельства входит культура, в обстоятельства входит, между прочим, знакомство с мировым революционным движением. Понятно, что наши декабристы, они были под влиянием Великой Французской буржуазной революции. Она была в 1789 году, а они выступили в 1812 году. А, ой, простите, в 25-м году. В 12-м Наполеон к нам пришел в гости. Вот. То есть значительный такой промежуток. То есть можно сказать, что Россия была не вне рамок, так сказать, мировой культуры. А где вот Гегеля перевели раньше всех? Или «Капитал» Маркса? «Капитал» Маркса был переведен в России. В первой стране, которая перевела «Капитал» Маркса. Потом во всех странах идеология строилась, так сказать, на какой-нибудь религии, а в СССР в основу была положена диалектика, хотя все знали, что Гегель идеалист. И никого это не смущало, ни Маркса, ни Ленина не смущало, ни Сталина, что Гегель идеалист, но как источник марксизма он везде присутствовал. То есть это, опять же, вот культурная сторона этого дела. Вот, то есть в этом смысле как явление культурное. Вот это соединение, оно усилие, оно же по-разному проявляет себя. Как вот какое-то единение было во всех вот таких революционных выступлениях? Было. Мы уже говорили сегодня вот о движении «Руки прочь» от Советской России. Это же было действие всех стран. А кто денонсировал похабный Брестский мир? Считайте, немецкий рабочий класс, который провел революцию в Германии. Так? После этого нам осталось только, так сказать, подписать, что мы в связи с этим денонсируем этот самый Брестский договор. Так что вот в чистом виде, конечно, мало что в истории проходит вот в чистом виде. Вот поэтому, как вы понимаете, есть большая разница. Я прочитал либретто, да? И что, после этого можно уже оперу не смотреть? Ну, либретто можно прочитать за 5 минут. А потом, а тем более 2 раза можно смотреть одну и ту же оперу, и 3. Ну, а как это все развивается? Поэтому одно дело, так сказать, это либретто, вот то, что писали Маркс, Энгельс и Ленин, а другое дело то, что было в истории. Это никогда, так сказать, не ограничивается тем, что вот выдвигаются какие-то теоретические положения и какие-то соображения, а после этого мы должны еще учитывать и ход самой истории, которая богаче всегда самых, так сказать, великих догадок и даже самых великих разработок научных. Так, значит, понятно, мы на дальнейшем определились, у вас ждем в понедельник, так, вы когда планируете? В понедельник будете готовы тоже выступить? А то я сегодня на вас наступал сильно. Вам надо реабилитироваться, так? Да? Тоже давайте будем. Если нам не хватит времени, тогда мы это перенесем. Мы ничего тут не комкаем. Вот, тем более, что вы, наверное, уже, так сказать, посмотрели работу. Там очень много потом полемики такой, которая, ну так, не столько вглубь, сколько повтор вот, в отношении этих крупных идей. Поэтому вот неравновесные здесь разделы этой книги и неравновесное их значение для дальнейшей истории и культуры.
Хорошо. Есть ко мне вопросы? Нету, да? На сегодня тогда оканчиваем. Спасибо.